Здравствуйте, меня зовут Иркин Казиев, живу в Алматинской области в городе Каскалин. Я обращаюсь к дипломатам и депутатам Европы. Федерико Могерини, Анна Гомиш, Роберто Рампи, Антонио Станго и Людмила Козловской. Я законопослушный гражданин Республики Казахстан. Меня преследует правоохранительный орган целый год. Как начинаются митинги и акции демократического выбора Казахстана, все сотрудники полиции гражданской формы окружают наш дом. Мне никуда не дают выйти. 23 июня 2018 году меня задержали возле дома и по статье 488, часть 3, дали 5 суток, с чем я не согласен. 1, 5 мая и 16 декабря задерживает более 3 часов. 27 февраля 2019 года задержали возле дома и по статье 667, час 1 дали 5 суток, с чем я опять не согласен, 100% незаконно. 22 марта в Алмате этого года меня задерживает утром в 9 часов в столовой и делает обыск. Привезли домой, также дома сделали обыск. Целых 5 часов. Все эти 5 часов я был в наручниках, как преступник. Взяли все исламские книги, насильно отобрали все сотовые телефоны и забрали все деньги, 6 тысяч долларов до копейки, чего они не должны были делать. Теперь, чтобы обратно взять свои деньги, я, оказывается, должен доказать, как их заработал. Это же не крупная сумма, чтобы показывать доход. Со слов сотрудника полиции, они поставили скрытую камеру возле моего дома. Тут, опять же, нарушили мои права. В связи с описанным действием, считаю, что были нарушены мои конституционные права и свобода. Свобода передвижения, право на неприкосновенность личности, уважение чести, достоинства гражданина Республики Казахстан. Право на свободу передвижения провозглашено в статье 21 Конституции Республики Казахстан, принятой в республиканском референдуме 30 августа 1995 году. Согласно статье 21 Конституции Республики Казахстан, каждому принадлежит прав свободного передвижения по ее территории и свободного выбора места жительства. Каждый имеет право выезжать за пределы Республики Казахстан. С каждым разом при задержании они спрашивают про демократические выборы Казахстана и спрашивают, являюсь ли я членом ДВК. Я членом ДВК не являюсь, но я поддерживаю их программу. Вы просто послушайте, она всем понравится. Мне причинен моральный вред. Я испытал боль, унижение и обиду в связи с незаконными действиями, осуществленными в отношении меня. Все их действия беззакония, беспредел. До тех пор это будет продолжаться. Я прошу вас разобраться без пределом и беззаконием в Казахстане в отношении меня. Спасибо, что выслушали до конца. Спасибо, что смотрите наш YouTube-канал 1612 и не верите сказкам Хабара. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Instagram и Telegram.